Друзья, всех приветствую вас на своем канале, и меня зовут Алексей. Недавно мне в голову пришла такая мысль о том, чтобы вам рассказать, каким же образом можно управлять светом. Сейчас я сижу в тени, солнце светит мне контровым в затылок, но тем не менее я проэкспонирован. Проэкспонирован неплохо, записываю на Canon, R7, Silog. Силок 3, точнее. Кто не знает, это логарифмическая кривая, скажем так, с большим динамическим диапазоном относительно REC 709. Это стандарт, который используется в мониторах, в телевидении, в телефонах там, и так далее, и тому подобное. Так вот, сейчас речь идет о том, чтобы не покупать дорогостоящие лампы, но при этом была бы возможность себя снимать. Буквально за копейки, и это делать как профессионалы. Многие, может быть, видели, многие, может быть, не видели, каким образом происходит съемка. Не на 100%, конечно, таким же образом, но тем не менее. Сейчас я себя подсвечиваю через отражатель. У меня стоит на солнце стоит отражатель, стоит серебряный. Можно, конечно, поставить белый отражатель, он более, свет будет мягкий, но данный отражатель серебряный. Он дает более контрастный свет и, наверное, больше такой пучок света. Хотя солнце сегодня то заходит, то уходит. Но вот такой, друзья, сегодня, собственно, день. В чем преимущество этих отражателей? Да в том, что вам не нужно покупать себе всякий свет, таскаться с ним по улице, а можно это сделать буквально двумя отражателями. То есть отражатель там условно стоит 1000 рублей, стойка стоит условно там 1000 рублей. Если хорошая стойка, как у меня, гусак, но она, конечно, будет подороже, в ней преимуществ больше. То, что она железная, металлическая, тяжелая. Из минусов то, что ее особо, конечно, не потаскаешь. Но самое главное то, что вы абсолютно спокойно в любом месте, куда падает свет, можете себя подсветить. И согласитесь, достойно внимания. Из минусов всего этого производства в том, что свет практически неконтролируемый. То есть он есть. В идеале, конечно, чтобы был помощник, чтобы управлять светом, потому что солнце... оса, страшно. Солнце имеет свойство все-таки перемещаться, имеет свойство то заходить за облако, то выходить. Естественно, в более пасмурную погоду его, конечно, меньше, хотя оно особо не пригодится, но, тем не менее, всегда все равно можно им подсветить, особенно зимой, там, если есть снег. Вот. Минус серебряного отражателя, то есть он тоже достаточно ярко светит, светит в глаза. И, ну, не то, что прям на 100% не щуришься, конечно, все равно щуриться придется, потому как я сказал ранее, что свет достаточно контрастный. Но если мы говорим, да что ж такое-то, эти осы или пчелы. Но преимущество в том, что все-таки это достаточно дешево, а самое главное то, что вы практически в любом месте можете перенаправить свет, не бегая с приборами, с электричеством, как вариант, находясь на природе. Например, хотите сделать какой-то подсъем, поставили отражатели, неважно, будь то фотография, будь то видеосъемка, будь то интервью, будь то влог, то есть тут независимо, но в любом случае вы можете сделать достаточно хорошую, мягкую, красивую картинку. Если у вас остаются вопросы по данному лайфхаку, пишите, задавайте, с удовольствием отвечу. Ну а если вопросов нет, просто ставьте пальцы вверх, если желаете поддержать мой канал, описание внизу, соответственно, мне будет приятно. Ну а вам большое спасибо и не хворайте. Всем пока. Гуси.